На солнечной стороне сижу. Потому что если честно, не надеялся. Вон там церковь какая-то. Это кто-то мне из... Не видно из-за этого. Я цитировал одного философа, что, в общем, это главные враги человека — это страх, лень и надежда. То есть, главные враги человека — домашние его, в Библии написано. Домашние его главные враги. Да, кстати. Есть Библия. Домашние, в смысле, кто? Вот, с которыми живем. Мама, папа и все остальные. Да, чаще всего. Это значит, кстати...